предыдущих эпизодах игры. Слушай, я знаю, камера может помочь тебе вспомнить, но не дам тебе рисковать жизнью ради нее. И пока мы не поймем, что это было, все остаются на пляже. Кто это был? Откуда она? Ты должен быть тот самый. Ребята, вы кто? Хороший парень. Друг, где ты был? Хэнли, что случилось? Куда они делись? Они это кто? Не знаю. На меня напали. Опять? У кого-то зуб на тебя, друг. Да уж. Пока ты был в самоволке, на нас тоже напали. Стив, ой нет, Скотт, убит, все кости переломаны. И кто-то уколол Клэр иглой. Меня тоже. Вот черт, надо скорее вспоминать, кто я такой. Правильно, а то Джек тебе не верит, и Клэр тоже. Да и все уже начали думать, что ты из тех. Надо ближе навестись. Удачный снимок. Надо ближе навестись. Кто пришел? Это ж капитан Амнезия. Все хотят тебя пристрелить, герой. Ты мне начинаешь нравиться. Прекрасно, великий фотограф. Вот иди и поснимай что-нибудь.
От дохлого ноута тут не больше толку, чем от кофеварки. Может, Саид починит? Правительство Австралии выслало меня из страны. А теперь отвали. А мне-то откуда знать, мистер Холмс? Я бы на твоем месте не злил нашего доктора Добро. Или хочешь стать врагом номер один вместо меня? Бильярдный шар ходит на охоту каждый день, а приносит одно дерьмо. Вот это б мне пригодилось. Да, у нас есть эта модель. Ты теперь крутой, не боишься темноты. Офигеть, стукнись мне Ваську. Большая ценность, в такой хрени полно в обломках. Нужны такие еще? Если это от вертолета, то я впечатлен. Блеск. Пойди и сделай сальсу. Ну и почем? Пуст, как твоя голова должно быть. Чего надо? Наслаждайся. Заходи еще, ага. Тебе придется чертовски многое объяснить. Это ее искал тот парень, да? Интересно, что такого важного в этой камере. Ну, надеюсь, это кое-что прояснит. Найди Саида. Он понимает в компьютерах. Какой ты любопытный. Я то же самое хотел спросить у тебя. Что, глаз на нее положил? Галлюцинации. Возможно, от обезвоживания. У Лока своя программа. Уйди от меня. Это лучше, чем факел. Покажи его Саиду. Может, починит. Это для лампы. Не знаю, чем это может помочь на тропическом острове. Не теряй. Не теряй. Нужная вещь. Разговор окончен. Тебе делать больше нечего.
Пустышка. Плохо. Нет. Класс. В последние 5 минут все живы и не похищены. Ты в беде. Друг, может, ты был папарацци? Амнезия тогда понятна. Тебя просто слишком часто били в голову. Все равно хорошо. Отнеси Саиду, чуваку из иракской разведки. Он шарит в электронике. Ну, я типа... проклят. Ездил в Австралию, думал, получится снять проклятие. И я сильно опоздал на обратный рейс, но успел. Везет мне, а? А потом приземлился здесь. Друг, я точно проклят. Может, те же, кто на тебя напал? Не знаю. Ну, наверное, она зайка, если вам нравятся бандитки. Мило. Эх, сейчас бы минералки. Это лучше факела. Придется починить, чтобы узнать, кто ты такой. Да, это масло в лампу. Не знаю. Это деталь, друг. Я в этом полный ноль, друг. Эх, хочу мороженое. Знаешь, ты сделал себе неплохое имя, учитывая, что никто его не знает. Стоило рисковать жизнью. Когда я взошел на борт в Сиднее, я был в аду. А теперь все изменилось. Не забывай, до катастрофы мы друг друга не знали. Кто угодно может оказаться одним из них. Мы не одни на этом острове. Чарли ищет свой путь, так же, как и ты. Держи под рукой. Пригодится. Сойер ее купил бы. Ветер и дождь не потушат лампу. Думаю... это поможет узнать, кем ты был, но не кто ты есть. Этим ты сможешь заправить лампу. Уж не знаю, пригодится ли это на острове. Учти направление тока. Остальное просто. Сохрани. Может пригодиться. Можно продать Сойеру, например. Говорят, ты нашел свой ноут.
с кремнем. Хороший обменный эквивалент. Гораздо лучше, чем простой факел. Да, похоже, сломан. Если дашь его мне, я попробую его починить. Масло для лампы. Разделяет ток на два направления. Проводит ток в одном направлении. Проводит ток во всех направлениях. Собирай их, собирай. Очень полезные. Это не твое дело. Я не знаю, но вот что я знаю точно, они опасны. И это их остров, а не наш. Не помню тебя, а у меня отличная память на лица. Вряд ли они найдут нас даже со спутника. Со спутника нужно знать, куда смотреть. А мы были в 1000 миль от курса, когда разбились. Знаю, в лагере это вызвало большие подозрения. Ты был фотографом? Интересно, что ты снимал? Что бы это ни было, тот парень напал на тебя именно из-за этого. Дай посмотреть. Батарейка сдохла. Сходи к Джону Локу. Он сказал, что нашел батарейки для ноутбука среди вещей. Без питания трудно понять, что там еще не в порядке. Тебе нужна не батарейка и не ноут. Этот остров — новая жизнь, новая с иголочки. Я видел Лока раньше. Что в нем изменилось? Она еще здесь, друг. Подожди, пока уйдет. Смотри в то окно, она не заметит. Газета неплохо заплатила тебе за информацию, Рика. Так что не тяни. Эй, Хеллборн. Гэлхорн. Лиза Гэлхорн. Я сказал, детка, нет еще ничего. Зайди позже. Зайду, зайду. Если опять не будет, башку оторву. Подумаешь, напугала. Хватит, дед, лавка закрыта, и я все равно это не куплю. Это мечта туриста. И новая с иголочки. Тяжесть страшная. Слышь, а покупал-то зачем? Ты же не можешь заниматься туризмом. Только я знаю, что я могу. Да, да, да. Thank you.
Привет, Рико. Это мисс Гелхорн. Мне необходимо получить пакет сегодня. Если дело в деньгах, я готова поднять оплату. До скорой встречи. Лиза Гелхорн, да? Говорят, вы работали в паре. Она была моим моральным компасом. Ну, то есть я всегда не прав. Давай к делу. Ты хотел компромат на Саву, я нашел. Да, ему есть что скрывать. Просто золотая жила эти скромники. Он не мог ходить. В инвалидной коляске. Будешь ходить по ночам, могут не так понять. Извини, не знаю такой. Острову важно не кем ты был раньше, а какой ты здесь и сейчас. Должно быть, ты меня с кем-то спутал. Хватит вилять. Помнишь такой ломбард Рико? Да, я тебя видел. В кресле. Хорошо, я понял. Не хочешь, чтобы об этом узнал весь лагерь? Отдавай батарейки. Ты их получишь. Запасись едой. Встретимся на опушке. Держи под рукой. Уж не знаю. Учти направление тока. Остальное просто. Ветер и дождь не потушат лампу. Тебе нужна помощь? Будь мы в Ираке, я бы освежил твою память, но здесь те методы применять не хочется. Никогда не слышал этого имени. Жуткое место, чувак. Скорее вспоминай. Джек уже просит Саида присмотреть за тобой. А он крут. Здесь ни одной Лизы. Извини. Что ты хочешь? Ну, уже хорошо. А пока знай, я за тобой слежу. Не знаю такой. Блуждаешь во тьме, Иуда. Ага. Ты попроси хирурга Костоправа и настоящего иракца тебе помочь. Быстро все вспомнишь. И как воровал, и куда девал. Инквизиторы. Я тебе не конфидент, Казанова. Потрогал, купи. Я весь день тут.
На деревьях есть метки. Иди по ним и найдешь батарейки. Встретимся там. Когда я взошел на борт в Сиднее, я был в аду. А теперь все изменилось. Не забывай, до катастрофы мы друг друга не знали. Кто угодно может оказаться одним из них. Сойер ее купил бы. Сохрани. Может пригодиться. Можно продать Сойеру, например. Этим ты сможешь заправить лампу. Други. Нан 영어를 못해. A215? 비행기? 선? 너는 왜 나의 안내원에서 나를 물어보고 있는가? Others! 나무에 있어! Others! Похоже, ты раскрыл еще один мой секрет.
Лоха. Я гений. Умеешь ты влипать в проблемы? Поэт Ренешар как-то сказал: те, кто сам себя замуровал, видят везде стены, даже на месте открытые двери. Возможно, он говорил о тебе, сынок. Хотел. Иди сюда. Я говорил тебе, мы не одни на острове. Я все перепробовал. Камни, требуше, закрыто намертво. Что толку гадать впустую? Этот остров – особенное место. Остров вернул мне ноги. Сюда. Нет.
Удачный снимок. Все ответы здесь. Только то, что у тебя с собой. Остров дает ответы, но они не всегда приятны. Джозеф Кэмпбелл сказал, ценность жизни лучше всего осознаешь после того, как спустишься в ад. Кроме тебя никто. Встретимся на другой стороне. Как-никак, они были здесь первыми. Этим заправляют лампу. Продай кому-нибудь. В темноте незаменимо. Разводит ток в двух направлениях. Проводит ток в одну сторону. Четырехсторонний. Учти напряжение. Продай кому-нибудь. Для зажигания факелов и ламп. Удобно для обмена. Поиздержался? Рад, что смог помочь. Нет.
О! Все, что происходит на этом острове, имеет смысл.
Нет. Что ты нашел? Лок, помоги. Скажи, что ты нашел там. Видел женщину, Лизу. Лок, тяни уже. Твои руки. Что ты нашел? Помоги, я покажу. Сейчас я не вижу причин помогать тебе, а вот причины задержать тебя здесь у меня есть. Я нашел компас. Брось его. Лок, нет времени. Ладно. Дай руку. Сегодня тебе повезло, но знаю, он найдет тебя, когда ты будешь готов. Прими этот скромный дар. Я уже думал, что нет никакой батарейки. Остров даст тебе все. Теперь насчет компаса. Виадомус. Латынь. Это значит домой. Любопытно. Остров дал мне тот люк. Он позволил мне поделиться этой тайной, когда пришло время. А тебе он дал этот компас. Иди, куда он ведет, и получишь свои ответы.